Командор, я обязан вам жизнью. Солдаты на дороге. Кажется, у нас новые гости. Будем надеяться, они будут полюбезнее, чем предыдущие. Немного опоздал. Жаль. Пропустил все побоище. Король Алистер? Хотел устроить встречу стражам, как подобает. А вот этого совсем не ждал. Что случилось? Уцелевшие порождения тьмы сбежали, Ваше Величество. Серые стражи из Орлея либо погибли, либо пропали. Пропали? Их что, порождения тьмы забрали? За ними вроде не водится. Не знаю, Ваше Величество. Знаю только, что многих мы не досчитались. Ясно. Что ж, гляжу, герой Фиралдена все-таки здесь, жив-здоров. И то хорошо. Это еще мягко сказано. Тебе предстоит нелегкая задача. Хотел бы я помочь тебе с порождениями тьмы, но что поделаешь? Сейчас ты сам по себе. Я вам что, наговый паштет? Судя по запаху, что-то вроде. Я пришел в серые стражи вступить. Я гляжу, лишняя пара рук вам тут не помешает. Где огромный кубок? Дайте рот прополоскать. Ха! Лопни, моя задница, я согласен. Я полагаю, в трудное время нужен и важен каждый. В стражи вступаешь? Ну, удачи, удачи. Король Алистер, Ваше Величество, остерегитесь. Это же опасный преступник. Гном-то? Нет, он, конечно, не сахар, но не настолько. Это она про меня. Это отступник, которого мы ведем в круг, чтобы предать правосудию. Ой, вот не надо. Ваши познания о правосудии убоги и куцы. Убегу снова только и всего. Не будет этого. Лично прослежу, чтобы тебя вздернули, убийца. Убийца? Но те храмовники, они же... А, да что толку? Будто вы мне поверите. Боюсь, тут мало что можно поделать. Если только ты ничего не хочешь сказать, командор. Что? Никогда! Я полагаю, серые стражи не утратили право призыва. Лично я разрешаю. Но если... Если Ваше Величество так считает... Ха! Молодчина! Добро пожаловать в теплую компанию! Я? Серый страж? Что ж, это выход. Поздравляю, сэр Мак. Рада буду сражаться плечом к плечу с вами. Что ж, если у вас все под контролем, то я пойду, пожалуй. Да, имение уже в безопасности. Мы понесли большие потери, но порождения тьмы ушли, и есть выжившие. О, простите, я же не назвался. Меня зовут Верал, я сенешаль башни бдения. Спасибо, что пришли на помощь, командор. Я помогу вам править землями Амарантайна. Но как командор серых, вы также равны нашему эрлу. Нам многое надо обсудить. В первую очередь, посвящение. Вам придется искать рекрутов. Безопасность Фиралдена теперь в руках серых стражей. Пусть их и осталось так мало. Вам предстоит подавить морф зародыши, пока еще не слишком поздно. Это трудно, но я в вас верю. Удачи, командор. Да хранит вас Создатель. Прежде чем перейдем к другим делам, командор, надо решить один неотложный вопрос. На данный момент я знаю только одного посвященного стража на весь Фиралден. Надо бы это исправить. Остальные могли бы вам помочь. Как пожелаете, командор. Настало время приступить к посвящению. Я скажу слова, которые повторялись со времен первого стража. Присоединяйтесь к нам, братья и сестры,
Присоединяйтесь к нам, к сокрытым тенью, где мы бдим неусыпно. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. Если вам суждено погибнуть, знайте, эта жертва не будет забыта. И однажды присоединимся мы к вам. Отныне и впредь ты серый страж, Огрен. Что это? Напёрсток? Это ты на мой рост намекаешь? Ну, это наш обычный кубок. Правда? А ничего так. Спаси нас, Создатель. Отныне и впредь ты серый страж, Андерс. Нам придется пить кровь порождения тьмы, так что ли? Именно. Ну, ладно. Но если через 2 недели я проснусь на корабле в Ривейн в подштаниках и с клеймом на лбу, буду знать, кого проклинать. Жив, командор. Скоро очнется. Отныне и впредь ты серый страж, Мхаири. Как я ждала этой минуты. Прости, Мхаири. Да примет тебя Создатель. Бедняжка, Мхаири. Откройте двери! Надо сообщить командору о входе на глубинные тропы. Там может быть их логово. Вы предлагаете стражам строить планы на слухах? Пусть даже это и правда. Все равно, если к моменту сбора армии не расчистить тропу пилигримов, солдатам придется есть подметки. Гарвилл, Вулси. У командора был тяжелый день. Вулси говорит, что кое-кто из купцов спасся от порождений тьмы. Они снабдят вас припасами за разумную цену. Ну а башня твоя. Можешь брать любое оружие и доспехи. Мы подождем, пока ты будешь готовиться.